Добрый вечер. Сегодня продолжим эксперименты с TV-боксом, а именно попробуем перевести его в режим киоска. Для этого установим приложение, скачаем предварительно с Google Play, которое называется Limax Lock. Вот оно приложение. Я его установил заранее, сделал настройки и теперь его запускаю. После этого на экране будет только одно выбранное приложение, которое необходимо вам. И теперь при нажатии кнопка Home нажимаю. А это приложение есть. Кнопка возврата. И многоэкранный как бы режим тоже ничего не приводит, не переключает на обычный рабочий стол. А теперь у пользователя будет только одно приложение. Если мы его запустим, нажмем на него, то вот оно сразу же автоматически запущено. Можно менять значение. Тут простейшая программка. За датчиком меняем уставки. Значит, на выход из него стоит пароль. Поэтому даже при нажатии на кнопки, например, возврат, он запросит этот пароль. Можно ввести его и перейти в режим доктирования. Попытка нажать остальные кнопки управления приводит лишь к свертыванию этого приложения. И другую кнопку нажмем. Вот там мелькнуло. Но опять же, мы видим исходное одно приложение на экране. Если же попытаться сейчас выключить TV-Box, давайте его выключим. Сейчас его включаем. И включаем. Сейчас посмотрим, как. Вот пошла загрузка TV-бокса. Данное приложение не требует рут-прав. Да, сам процесс заставка осталась прежняя. Здесь заставка. Но мы не увидим других приложений, и самое главное, отключим, можно сказать, кнопки управления. Вот. То есть такая цель достигается с помощью режима киоск. А именно в данном случае речь идет о приложении Limax Lock. Вот, пожалуйста, загрузилось. И через некоторое время еще сработает программа автостарт, и это приложение необходимое запустится. Вот сейчас запустилась автостарт. Сейчас она загрузит проект из каскады. Вот все. Запустилось, и режим работы уже есть. Таким образом, кому необходимо исключить возможность там выхода из приложения, запуск других приложений, можно воспользоваться вполне данным приложением и данным режимом работы. Спасибо. Да, выход из приложения осуществляется таким образом. Если мы нажимаем, если мы хотим перейти в традиционный лаунчер, нажимаем возврат, и вот здесь есть сеттинг, настройки. Вводим пароль, ну по умолчанию это 1, 2, 3, 4, естественно его можно сменить. То есть если вам все-таки необходимо потом выйти в обычный режим работы, скачать какие-то приложения, еще что-то сделать, то всегда можно это сделать, введя пароль. И нажимаем кнопку «Выход». Все, вот теперь отключается лаунчер тот, и переходим на штатный лаунчер, где уже есть все возможные приложения, кнопки, то есть все, работаем как обычно. Рекомендую, в принципе, приложение показало себя хорошо. Спасибо.